Встреча кандидата на должность губернатора Московской области Константина Черемисова с жителями Солнечногорска не собрала аншлага. Среди присутствующих в основном представители местной организации КПРФ, пришедшие поддержать второго секретаря областного комитета Компартии, знакомые с его предвыборной программой. Многие ее читали и знают, так что самое главное, вы, наверное, знаете, национализация земли и вообще природных ресурсов. Однако были на встрече и те, кто пришли познакомиться с очередным кандидатом. Во многом программа Константина Черемисова соответствовала их чаяниям. И не случайно, ведь с программами района он знаком как депутат Московской областной думы от фракции КПРФ. Я и так, как депутат Московской областной думы от фракции, я закреплен. То есть я сам себе взял Солнечногорский район, я отсюда никуда не уходил. И даже если не попаду в качестве губернатора, еще не изберу, все равно я на этой территории, все равно ко мне масса обращений идет с Солнечногорского, мы их решаем через нашу фракцию и будем дальше решать. Обеспечение льготных категорий населения, проблемы дорог и пробок, незаконная миграция, скрытая безработица, неэффективное распределение областных ресурсов, упадок производства в области – вот ряд вопросов, признанных кандидатом в главы региона первоочередными. Воробьеву, я говорил на прямых дебатах, они заявляют, что у нас безработицы практически нет в Московской области. Как это нет? У нас скрытая безработица равна 2 миллионам человек. Это те, которые катаются в Москву и сегодня работают. А раньше у нас никогда из области народ не ездил, потому что все рабочие места были тут рядышком. Большое внимание в разговоре было уделено инфинансовым отношениям Москвы и региона, центром которого она является. Надо сделать все, чтобы бюджет Московской области, он пополнялся, но пополнялся за счет наших внутренних ресурсов, внутренних резервов. Поэтому мы говорим тоже в Москве, имейте совесть, 2 миллиона катаются туда людей, но живут-то у нас на территории области. Все социальные вопросы решаются у нас здесь, их на той территории, на которой они проживают. Тогда давайте пусть те налоги, которые они платят в Москве, мы перейдем в наш бюджет. Вопросы, прозвучавшие из зала, кроме традиционных проблем льготного обеспечения ЖКХ иммигрантов, касались и доверия к действующей местной власти. Но их кандидат в губернаторы предоставил решать самим солнечногорцам. Уберите в это Панкратова. Панкратова должны убирать вы сами. Вы сами. Голосование. Я еще раз говорю, у вас... Причем тут Единая Россия, голосуют жители. Остались ли солнечногорцы удовлетворены ответами Константина Черемисова, покажут результаты голосования. Ждать осталось недолго.